Всем привет, меня зовут Наня Неста, и я сегодня буду снимать 24 часа в школу. Фу, вот шкаф. Ну что, берем его, открываем. Ох, тут хлам. Ох, тут прям хламище. Вот я буду держать, смотрите, мои новые тапочки. Все, тут, кстати, есть держалка, вот. Ай, ай. Ставьте лайк, потому что мне капец неудобно тут. Ой, я даже чуть-чуть заболел. О, тут какие-то шпильки, смотрите. О, я вам хочу сказать, тут очень интересно. О, вы видите надпись А4. Я фанат А4. А4, 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 конечно. Так, где ж, кстати, шпиль? О, вот шпилька. Он упал тут. Смотри, он сейчас тебя скушает, если ты не подписан. Вот. Ладно, шучу. А интересно, а что если камеру вот сюда вот положить и закрыть? Так, закрываем. Ну и классно. Короче, уже время уже прошло. У меня руки трясутся, потому что у меня шея болит очень. Ой, что делать? Я не знаю, что мне делать. Ну, ждем, пока время проходит, а я буду вот так вот. Ой, спать. Все, я сплю. Ой, ребята, все уже, мне кажется, челлендж прошел или нет? Нет, пока что челлендж не прошел. Ну зачем так долго? Ну, блин, я уже чуть-чуть спал, уже отдохнул такой. Класс, но я хочу, ну, шея болит, так что, я, ой, зачем так камера так снимает, вот, ярко. Все, у меня теперь ярко. Что это коробка? Пошел нахуй. Я шучу. Сколько тут шпилек? Ням-ням-ням-ням-ням. Стоп, а стоп. Стоп. А он без этих зуб? Чё не... Стоп. Камеру засовываю сюда, ну и... Он держится. Он... Камера держится. И всё, открываем. И хочу закрываем. Давайте увидим, что там внутри. Ну, ничего такого обычного. Ребятулик, я вот тут пока что сижу. Значит, у меня носки вот такие, и у меня штаны вот такие. Кстати, я сегодня одел Спанч Боб. Вот, смотри. Вот Спанч Бобик. Кстати, я обожаю просто Спанч Боб. Кто любит Спанч Боб, ставьте лайк. Вот я на самом деле просто обожаю Спанч Боб. Это мой самый любимый мультик. Ну, я, конечно же, сам люблю Спанч Бобика, потому что он такой прикольный, такой классный. О, смотри. Кстати, я хотела вам задать вопрос. Вы смотрели Gravity Falls? Вот я смотрел все серии. И Рик и Морти я тоже смотрел. Это мой тоже самый любимый мультик. Там Портал. Ну, это моя тема. Это я очень люблю, так что... Ссылка в описании, все мои любимые мультики и все мои любимые игры. Так что ссылка в описании. Так что переходите и смотрите, будет круто. Ну, а я буду снимать, мне кажется, опять-таки через... мне кажется, два... А сколько сейчас вообще времени? Я даже не смотрела время, у меня просто... Телефон отключен, когда вот я включаю, я все время записываю, так что я не успеваю посмотреть, когда уже время наступит, когда я
буду идти уже наружу, так что я сегодня буду спать. Я тут буду спать. Ага, ага. Ну, ждем. Ой, ребята, я очень сильно хочу спать. Смотрите сюда, сколько сейчас время. Да, сейчас 11 вечера, ночь сейчас. Я сильно хочу спать, так что я спать. Господи. Ребята, это какой-то жесть. Я слышу какие-то звуки. Да, сейчас ночь. Я очень боюсь, там какие-то звуки. Я просто сплю, какие-то шаги. Ох, господи, как мне плохо. Я прям хочу выбраться, но не могу. Ой, сейчас половина ночи. Вот вы слышали? Вы слышали, что это за звуки? Это очень страшно, капец. Господи, кто это? За хуйня. Ребята, короче, я спать. А вот это тоже закрывать. Вот вы видите, вот дырку. Вот все. Я сейчас попрошу. Я сейчас мой папа пока что чуть-чуть спит. Я сейчас его позвоню, скажу, что выключай свет, потому что ну это. Ну, значит, свет пока что включен, и я еще его попрошу, что он выключил. Сейчас я его позвоню, и он все сделает. Все, он выключил свет, тут полная тишина, тут вообще ничего не виден. О, господи, что за звуки, какие-то скрипи. Ладно, все, я уже спать. Ну все, ребята, я включил фонарики, и вы сейчас будете видеть, как я буду спать, чтобы вы не поверили, что, ну, типа, вы не сказали под комментом, типа, это, типа, ты отрезал там монтаж, и это реально 24 часа. Вот, смотрите, я вставляю камеру сюда. Стоит. Нет, вы меня видите? Просто да, видите. Мне кажется, да, вы все, мне кажется, вы видите. Ну все, я спать. Господи, это жакет мне мешает. Вот так вот. Все, я уже сплю. Чу. Все, я реально спать. Там какие-то там кто-то говорит. Короче, уже утро наконец-то. Давайте сейчас пойдемте проверим. Камера. Что, выходим? Ой. Кстати, я не снимала, как я выброшу эти тапочки отсюда. Ой, сколько сейчас времени? Чё? Вы видите, сколько времени я спал? Вот столько времени! Господи, вот я, например, спал до 12, но я удивлена, что я так рано встал. Серьезно. Как это возможно? О, телевизор. А, кстати, я забыл. Вот про это идет речь. Вы сейчас
скажете, это какой-то хрень. Но нет, это никакой не хрень. Это мой подарок. И кто вот в комментарии найдет бананы, ну, три банана в ролике, он получит вот это и напишет, короче, это время, когда было спрятано эти бананы, он получит вот такой вот подарок, и там лежит чехол Реал Мадрид. Это мой самый любимый Реал Мадрид. Я прям обожаю, но ради вас этот чехол будет вот тут. И тут сердечки нарисовала. И я забыл. Тут мой личный автограф. Вот, тут есть автограф. Вот. Тут, кстати, тоже есть. Вот, вот, вот. Ну, тут непонятно. Вот. И вот, вот, вот тут вот, вот очень понятно, и вы можете хвастаться. Так что у меня был вот такой iPhone 5, но у меня уже есть iPhone 6, так что я сейчас вам покажу одну минуту. Вот он, iPhone 6, он, его чехол красный, но я его, конечно, поменяю. Напишите, кстати, какой цвет выбрать чехол. Вот я хочу, чтобы у меня был синий чехол, синий чехол более классный. И, ну да, более классный, ну и идем сюда. Ну и вот, так вот, вот этот старый iPhone, а вот этот чехолик. У кого есть iPhone 5, можете поставить чехол. Вот, смотрите, у меня вот этот чехол уже я, вот, смотрите, я вот так вот делаю и надеваю вот этот вот чехол, чтобы вы видели, что он очень классный. Вот он, я его поставил. Смотрите, какой он крутой. Ну и смотрите, если вы поставите вот такой вот черный, вот этот вот экран, вот этот черный, он просто будет офигительный. Так что я это снимаю.